Всем привет, я Леша, сильные новости, рубрика «Короче», поехали. В Браславе приготовили вот такой драник в виде карты Беларуси. Там провели конкурс на скорость исполнения и лучшую подачу этого блюда. В качестве жюри выступили посетители местной сельхозярмарки. Они оценили драник команды «Драник Ленд», в которую вошли работники территориального центра соцобслуживания населения. Именно они и приготовили драник в виде карты нашей страны. А в Гомеле прошли соревнования по дёрт-треку. Трековые мотогонки устроили к 20-летию гомельского отделения мотоклуба «Ночные волки». Площадкой для шоу стал аэродром Зябровки. Участие приняли гонщики из разных уголков Беларуси. Приехали гости из Смоленска, Москвы и даже Якутска. В Испании провели первый чемпионат мира по игре с воздушным шариком. Турнир организовал футболист Барселоны Жерар Пике. В соревновании приняли участие представители 32 стран. Правила были довольно просты, нужно было не позволить упасть шарику на пол. На площадке также были машины, диваны и другие объекты. В итоге победителем первого чемпионата мира стал представитель Перу.